Zychik. Она моя мама. Ваша. Это мой друг. Он ваш отец. Я тут и ты тут. Вы уже тут. Где теперь Иван? Я дома, и он дома, мы дома. Оно ваше имя. Он тоже студент. Ваш. Где голова? Это ваша квартира. Они уже дома. Это тоже карандаш. Это университет. Где лампа? Он тут. Я студент. Это ваша машина. Вот перо. Это тоже карандаш. Мой. Вот доктор Браун. Вот газета. Это мой дом. Кто он? Моя. Это мое окно. Кто вы? Иван доктор. Это стул или стол? Вы профессор Павлов. Что это? Ваш. Это университет. Это ваш дом. Он мой отец. Где книга? Я тут и ты тут. Ваш. Это профессор Браун. Это стул или стол? Оно мое имя. Это ваше окно. Ваше. Он Юрий. Это мое перо. Газета там. Вот Иван. Это потолок. Мое. Оно ваше имя. Это класс. Это моя квартира. Где профессор Браун? Это ваш друг. Кто это? Она ваша мама. Это моя машина. Ваша. Это потолок. Это ваше перо. Кто вы? Иван доктор.